Добрый вечер, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Максимадзе. И в эфире у нас, так скажем, GTA 4, и мы продолжаем. Сейчас мы направляемся к Элизабете Торрес. Насколько я помню, это последнее задание будет сейчас Элизабеты. Опа, Мэллори звонит. Нико, неужели Мишель правда коп? Или федерал, или кто там она? Не знаю, но она все это время врала нам. И теперь я за это расплачиваюсь. Вот стерва. Я чувствовала, что с ней что-то не так. Прости. Что я соединила тебя с ней? Да ладно, ну чё. Небольшой спойлер, она на несколько секунд появится в GTA 5. Она там будет уже полностью правительственным спецагентом. Ладно, идем к Элизабете Торрес. Мишель сказала, что... спецназ практически взял Элизабету. Сейчас мы убедимся, что это так. Возьми сердце. Привет, парень. Все вышло из-под контроля. Полиция плотно за меня взялась. Я это буквально чувствую. Ну и. Похоже, я отправлюсь за решетку надолго. И моя жизнь закончится на этом. Все эти труды напрасно, парень. Я пыталась быть крутой в мире мужиков. Похоже, крутой из меня не вышло. Хор, я оказался предателем. Другого одни крысы. Но не я. Да без разницы. Открывай, чувак. Кто там? Улицы. Ладно, погоди. Продолжает наркотики принимать. Ладно, чувак, это весь Мэнни. Слышь, прекрати выбрасывать это дерьмо на моей улице. Нам это больше не нужно. Кайф, кайф. Это был голос улиц. Оставь моих друзей в покое. Нико, а ты что здесь делаешь? Жесть, как... Как-то у меня нет настроения для этого. Но он сказал, что хочет прихватить диллера. Поможешь мне разобраться с этим бардаком? В брокере есть доктор, который сможет нам помочь. Давай положим его в мою тачку. Сядьте в машину. Садись давай, садись. Чё ты стоишь-то? Отвезите трупы к врачу. Жесть. Она убила Мэнни и Скуэлу и оператора. Если полиция об этом узнает, то помимо наркоторговли, ей ужасный срок светит. Большое распространение наркотиков такое. В нашей стране за это женщинам за это дают от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока. А здесь-то уж тем более, я думаю, пожизненный срок сразу же дадут. В Америке все гораздо жестче. Нельзя. Чтобы открывался багажник именно здесь, потому что здесь вот копы дежурят. Если они увидят трупы, там кранты придут.
Жесть, этот виляет. Ну что еще? Чё, брат? Я Джейкоб. Хочешь прикусить? Черт, Джейкоб, прости, я тут тусуюсь с двумя приятелями. Мне их даже на минуту не оставить. Но как-нибудь нам обязательно надо будет с тобой пересечься. Что это за доктор, интересно, которому трупы нужно увезти? Интересно бы знать. Тихо. Нельзя врезаться ни в коем случае, иначе и багажник откроется, если рядом будут копы. Нам кранты придут. Приехали. Без всяких проблем. У меня тут пара трупов. Я слышал, вы можете о них позаботиться. Причины смерти естественные. Но, разумеется, получить пулю в голову в этом городе, похоже, это обычное дело. Они ничем не болели? Нет. А то у меня уже возникли проблемы с телами больных людей. Никому ведь не нужна печень с циррозом. Понимаешь, о чем я? Нет. Черт. Похоже, пуля вошла ему прямо в глаз. А цена на глаза сейчас взлетела до небес. Ладно, я могу вас оставить наедине с этим или как? Конечно, эти органы уже сегодня окажутся на улицах. Они помогут многим людям. Он всю жизнь пытался помочь улицам. Может, наконец-то это ему удастся? Он их в морг, что ли, увезет? Да. Сохраняемся. Мэнни с оператором, походу, будут расчленены. Доктор, груз у доктора. Хорошо, одной заботы меньше. Нико, полиция заходит. Похоже, эта вечеринка близится к концу. Мишель была права, полиция настигла ее. Ей, скорее всего, выдадут пожизненный срок. Стой! Я направляюсь вот к вопросительному знаку. Кто-то нам предложил встретиться там. Сейчас разберемся, кто это. Это здесь, да? Нет, я пока не голоден, простите. Брюси, кстати, посоветовал мне купить красивую одежду в магазине Персей. После, наверное, вот этой миссии мы займемся этим делом. За тобой следили? Эй, непривычно вас здесь видеть, мистер офицер Макрири. Я же велел тебе прийти сюда, ты чудик. Ты велел? Зачем? Я знаю про тебя. Знаешь что? Я достаточно парень. Что же ты знаешь, парень? Я знаю, что ты убил Михаила Фаусина. Знаю, что банда русских хочет тебя убить. Знаю, ты далеко не святой парень. Не понимаю, о чем ты говоришь, начальник. Думаешь, в этом городе можно сохранить что-то в тайне? Я и правда ничего не понимаю, о чем ты. Нет, понимаешь, ты знаешь, что человек должен делать то, что должен делать. Люди несовершенны, жизнь — это бардак. Но, разумеется, все это знают. Значит, ты прикрываешь меня? А я не прикрою тебя, понимаешь, о чем речь? Думаю, да. В общем, один парень меня пытается шантажировать. Кто? Не знаю, хотя, полагаю, ему кто-то платит. Парень хитер, он назначил обмен реки Гумбольд рядом с Силикон-стрит. Велел позвонить ему с тому, что... Ладно. Слушай, если что-то сделано, то сделано, я совершил ошибку. Это не делает меня дьяволом.
Как ты понимаешь, я сам не могу пойти. Он меня заснимет, а я передам ему. Я виновен лишь в том, что являюсь человеком. Сказать по правде, меня это мало волнует. Знаешь, я ведь неплохой человек. Не сомневаюсь. Позвони мне, когда доберешься до места. Ладно. Как скажешь. Эй, Фрэнсис МакКрири, значит, зовут тебя. Куда надо приехать-то? Сюда? Такси. А вот. Нет, нету пока. Так, место назначения сюда. Что-то ты как-то паркуешься, как попало, я тебе хочу сказать. Я в парке, что дальше? Хорошо, этот парень велел мне принести сюда деньги и позвонить ему. Значит, где-то поблизости у него есть телефон. Я пришлю тебе его номер. Позвони ему и посмотри, не ответит ли кто на телефонный звонок. Едва ли он далеко. Фрэнсис. Номер шантажиста. Давайте позвоним ему. Ну. Алло, кто это? Я друг, я звоню насчет обмена с мистером МакКрири. Да, я надеюсь, он принес бабки, я ведь шутить не привык. Уверен, твои деньги у него. Ты принес ему то, что нужно? Да, но у меня. Надо бы закончить с этим делом. Я ведь, ты знаешь, все слов на ветер не бросаю. Только тронь меня, это дерьмо тут же окажется у нас на выпуске программы «Застукали». Правда? Да, еще есть адвокат по имени Том Гольдберг. Он прямо-таки так и жаждет крови на Макрине. Хорошо, что Фрэнсис решил заплатить. Позвони мне, когда обмен будет на мазе. Не люблю болтать. Да. Тут какой-то парень только что стоял. Как только трубку бросил, он пошел куда-то. Ну-ка. Ну-ка, погоди. Ага, вон тот чувак. Да, давай поговорим о том, как ты откажешься от денег и вернешь фотографии. Я уже говорил МакКрири, что не отдам фотографии до тех пор, пока он меня не заметит. Он получит фотографию, только вырвет из моих холодных мертвых. Знаешь что, я подумал, что это не такая уж плохая идея. Походу, ты связался не с телом копом. Знаешь что, пошло все нафиг. Я ухожу, встреча окончена. А ну-ка стой, куда собрался, зараза? Я понял, кто ты. Куда собрался? Ну стой! Я тебя все равно догоню. Черт, копы сюда идут. Да, наверное, я сейчас похищу этот катер. Стой. Нет, не получится, походу. А может и получится. Стой. Куда ты собрался-то? Зачем ты прыгаешь-то? Садись за руль скорее.
Ну-ка, где мы на карте-то печаемся? Да, нам, мы туда сейчас поедем. Наконец-то. Жалко, нет специальной парковки для катера, для личного. Интересно, откуда Фрэнсис знает, кого я убил, кого не убил? Откуда он вообще знает про мистера Фаустина? И про русских вообще. В целом. Ну чего ты стоишь? Иди давай. Пустил уже такси. А нет, вот еще есть. Часто будем на такси походу гонять. Вот, он мертв. Отлично, теперь можно избавиться от этого. Я чувствую себя заново родившимся. Не каждому выпадет такой второй шанс. Это мое искупление. Полагаю, твои грехи опущены. Теперь я вам предлагаю наведаться в магазин Персей и купить там красивую одежду. Что у нас здесь имеется? Красивая одежда. Как насчет... Что у нас тут за пиджаки? Нет, я не хочу, Дмитрий, как Расколов выглядеть. Что еще? Давай встретимся на станции. Думаю, интересно будет с другой стороны решетки. Я сначала к Playboy X наведаюсь. Я возьму этот костюм. Ну, можно взять и туфельки. Еще какие-нибудь есть? Или только эти? Пара обуви куплена. Ну все, теперь мы выглядим. Что еще? Нико, это Патрик МакКрири. Мы с тобой вместе работали на Элизабету Торрес. Я бы сказал, как я спас твою за... Черт, если бы я знал для тебя какой подвиг, я бы лучше бы дал себя убить. Ладно, если тебя интересуют деньги, мне нужен человек. Приезжай ко мне, к моей маме, на авеню. Увидимся. Увидимся, да. Ладно, направимся тогда к Патрику. Сокращенно Паки. Я все, что хочу сказать, что для нас всех в конце ожидает суд. Всех твоих братьев. И тебя, Патрик. И тебя тоже, Кейт. А если Кейт будет судить, то она выиграет. Титул девственница года. Че, вечеринка болячек хватит на нас обоих падать. Да пошла, следи за языком. Прости, мам. О, мистер чертов псих здесь. Пиво хочешь? Нет. Мне как хорошо, у меня даже нет этого. Если тебе надоест быть алкашом, ты сможешь стать юмористом. Иди ты.
И ты тоже, Кейт, иди нахрен отсюда. Ты нас друг другу не представишь? А, ну да. Это Нико, тупой наркодилер из какого-то Запорожника, Восточной Европы. Это моя мама. Рада познакомиться. Здрасте. Это моя милая сестра, милая девчонка. Чертовски напуганная, и сейчас она уходит отсюда, пока я не запустил в нее гребаной бутылкой. Патрик, рад познакомиться. Взаимно. Увидимся. Пока. Какая девушка. Похоже, ты ей понравился. Сразу одно полезное замечание. Она не дает. Очень хорошо, что в противном случае мне пришлось бы тебя убить. Понятно. Хороший мальчик. Есть что с тобой? Нет. Черт. Что ж, оно и к лучшему. У нас есть одно дело, о котором позаботиться нужно. Пойдем. У нас есть дело в доках алкогольника. Ну вот, тачка стоит. Правда, она не моя. А это Кейт. Ничего-то. Ничего-то, конечно. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. Патрик Макрири, Фрэнсис Макрири. У них, видимо, какая-то родственная связь имеется. Нет, конечно, знаю, конечно, связь. Это так, по-сюжетски думаю. Да, мне интересно, он сейчас приедет. Опять перестрелка, наверное, какая-нибудь будет. Сейчас что-то одни перестрелки уже начинаются. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower. Что, пострадал кто-то, что ли, в машине? Must have been a real disappointment. But a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Полиция виляет. Вот зачем, а? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chased European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. Ah, I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. You know, a male bonding так, about to go rock. Долго ехать-то еще, блин. Да не, не очень долго. I know what you're saying. О чем они там болтают, я не... Не смотрю, потому что я нельзя отвлекаться от дороги. О, приехали куда-то действительно. Так вот мы и приехали. Ну и какой у нас план? Заберемся на крышу этого здания. Оттуда открывается отличный вид на доки. Так мы ничего не пропустим. Идем сюда. А, я вспомнил, что это за миссия. Достаточно интересное место. Да. Я в этой миссии не один раз подыхал, когда проходил игру первый раз. Надеюсь, я сейчас ни разу не сдохну. У меня есть еще бронежилета немного. Правда, я заметил, что... Почему эти места нельзя сделать так, чтобы в них было удобнее вламываться, а? Только Патрик, по-моему, ревнует сестру свою к Нико. Но, надеюсь, это не помешает нам ни в чем.
Здесь правда будет совершаться сделка. А вот и корабль, как по часам. Видишь ячейки на задней, ящики на задней палубе? Должно быть, это медикамент. Да, штуки, после которых домохозяйки уже не хотят резать себе вены. Транквилизаторы. Опасные, короче, вещества запрещенные. Ладно, как мы поступим? Мы дождемся, пока не загрузит грузовик, и возьмем его. Я прикрою тебя сверху, а ты спустишься и разберешься со всеми снизу. Надеюсь, это и впрямь убойные таблетки. Домохозяйки должны благодарить нас как следует. Спуститесь на землю. Вот это вот небезопасно будет сейчас спускаться на землю. Там куча этих наркоторговцев. Надо приготовить оружие сначала. И расстрелять всех этих гадов. Ой, их, и чё наркоторговцев много так, а? Они все вооружены, зараза, еще. Корабле кто-то еще. Так, вроде бы место очищено. Теперь надо спуститься. Правда, я боюсь, что еще кто-нибудь сейчас вылезет. Опа! Новенькие появились. Бочки, наверное, взорвать можно было. Ну, кто еще там? Нет, они не взрываются. Я думал, они взорвутся. О, у них оружие-то есть. Кто-то еще, что ли, остался? Давай, Патрик, быстрее, иди. Поторопись. Ладно, Нико, ты поведешь, а я разберусь со всеми, кто за нами погонится. Я чувствую, ты сам не справишься с этими. Доберитесь до тайника. Почему Патрик меня, кстати, дома назвал наркодиллером? Я никакой не наркодиллер. Я скорее охотник за головами, наемник. There's a box of grenades in here. Pass some up, Pecky. I'll give them a taste of their own fireworks. Да, я знаю, что можно вышвыривать гранат из руля. Жалко, что из гранатомета нельзя стрелять. Что там долго ехать-то еще? Прилично, наверное, еще. Грузовики едут медленно.
Чё это за красная хрень? Проехал. Чёрт. Пока смотрел на эту красную хрень, проехал. А, понятно, что такое это. Специально так сделано. Автоэлектрик. Весь товар там? Так точно. Все целости и сохранности. Грузовик набит дерьмом. Многие жены и любовницы будут счастливы, когда их мужчины это получат. Голод вымрет на несколько дней. А кто это? Мой дружок Нико. Он наш главный герой. Без него у меня ничего бы не вышло. Нико, подойди сюда. Ты что, работаешь на этих ирландских ублюдков? Сраный Талер. Я работаю на того, кто платит. Возможно, я позвоню тебе как-нибудь. Залезай, Паки. Как-нибудь увидимся. Кто больше платит, тому и служу. Тар-барам-барам-барам. Теперь я вам предлагаю выполнить одно задание Playboy X. И на этом завершить серию пока. Парковка тут прям как у меня дома стоит. Сюда, кстати, смотрите, зайти можно. А дальше нет. Но это только пока что. А если сюда? На лифте пока тоже нельзя поехать. Крутое местечко, я вам хочу сказать. Фотошот. Как дела, золотце? Да так себе, а твои как? Расслабляюсь, все круто. Ну, почти круто. Почти? Да, Дуэйн действует мне на нервы, наезжает на меня. Впрочем, не важно, мы поговорили уже об этой фигне. Дай ему время, он только что вышел из тюрьмы. И вправду, слушай, бандос. У тебя ведь голова не только о Дуэйне болит. Да. Какие-то ублюдки называют меня мошенником. В общем, поливают дерьмом по-всякому. Серьезное дело? Да, серьезное. Ты чертовски прав. К тому же я выяснил, что у этого ублюдка. Короче, рот у него не закрывается. Дуэйн, так ты хочешь, чтобы я заставил его замолчать? Да, он тусуется со своей бригадой рядом с площадками на Экстер между... этим. Ладно, как он выглядит? Ну, не сказать себе, чтобы он был особо крутым. Обычный человек. Облом он особо не светит. Но как по глазам увидишь, он прожиг, а? Он не особо накачанный. Но одевается он стильно. Не сказать, что какой-то задрот ему может положить. То есть, обычный себе человек. Но он темнокожий. Он захаживает... школы одет. Брюлики, всегда новенькие кроссовки. Иногда у него повязана банда. Чтобы приступить к делу, мне нужно больше информации. О, господи. Вот, возьми, отправляйся туда и сделай фотки. Пошли, ёмные, я скажу тебе, кто именно этот ублюдок. Это тебе подарок маленький, да. Весьма интересно. Мне подарили так... Мне Патрик... Ой, этот... Плейбой подарил такой же мобильник, только с фотокамерой. Забавненько, хочу я вам сказать. А, до него ехать-то даже недалеко. На его машине... крутой машине. Возьму и доеду. Судя по всему, он в спортивном костюме гоняет.
То императоров ни черта в этом сезоне не получается. Черт, начальник. Я вынужден ввязаться в это дело. Финансовая у нас ситуация непутевая. Я вынужден грабить и толкать наркоту, чтобы держаться на плаву ради благополучия моей семьи. Еще один уходит. Фоткать не обязательно, можно их просто взять и убить. Фух, на этом стоит закончить. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Марлон мертв. Ты крут, ты золотце. Хладнокровный восточного европейский убийца. Увидимся. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.